Правительство утвердило правила выплат на детей к началу учебного года. По указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет. Если ребенку исполнилось 6 лет, до 1 сентября 2021 года включительно. Обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах. Прием заявлений начнется с 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. Данная выплата дается родителям, чтобы они подготовили школьников к школе к 1 сентябрю. Также выплата полагается, если в семье есть ребенок инвалид, ему от 18 до 23 лет, и он учится именно в школе или в интернате, в этом случае данная выплата тоже полагается.